вывели девочку и хорошенечко мешаем ужин. Любая выпечка, в том числе и пасхальный кулич, начинается с замешивания теста. Процесс увлекательный и ответственный. Ведь от правильности действий зависит конечный результат. Накануне светлого праздника в одной из пекарен Видного с ним решили познакомить юных видновчан из семей мобилизованных. Партия «Единая Россия» сегодня решили устроить мастер-класс по выпечке куличей. И все куличи, которые будут сделаны своими руками, дети могут забрать с собой, сходить в церковь с родителями и там их осветить. Ребятам предстояло замесить тесто, разлить его в специальные формочки и поставить в духовку. А пока куличи выпекаются, можно было заняться не менее интересным делом – приготовить крашенки. Дети очень увлечены всегда процессом, потому что это я знаю на своей практике. У меня четверо детей, поэтому мы всегда вместе с ними готовимся к этому празднику. И особенно дети любят творческий процесс, когда дело доходит именно до покраски яиц. На этот раз украсить яйца ребятам предложили весьма необычным способом с помощью техники декупаж. Мы берем наше яйцо. Оборачиваем его салфеточкой. Ребятам активно помогали партийцы и активисты молодой гвардии. В результате получились красивые, оригинальные и вкусные пасхальные угощения. Мне тут нравится. Я делал кулич. Также партийцы и молодогвардейцы Ленинского городского округа в преддверии праздника поздравили и вручили пасхальные наборы многодетным семьям военнослужащих и ветеранам. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.